she's in group A. So with all the group A parents, I'm going to go over their new schedule. So like starting November 2nd, they're going to have a new schedule. Mastery, E, exemplary mastery, or NI. So most of kids right now are a P, which is good. Богомол альбинос. А почему альбинос? Ну, потому что они не такие обычные. Они очень разные бывают. Ты будешь его трогать? Он маскируется под этот самый. Боже, я это Лене отправлю. Ну, иди. Ты знаешь, что Лена чуть... Ай, он летает! Лена чуть квартиру не поменяла из-за... Ты посмотри, какой он шустрый. Беги, он сейчас в машину забежит будешь. Не-не-не. Закрывай, Лена. Иди. Куда ты его? Ты его на меня, что ли? Нет, я хочу, чтобы он... Ты хочешь взять? Не... Она, все они мертвые. А, ну да. Ну, может, он еще девственник. Ой! Теперь нет, да? Стой! Теперь ты должна его съесть. Не стой на моем пути. Куда ты его? Ну, на дерево. Сумасшедшее. Не, в отличие от пауков, они очень не пугают меня. Ну, они меня так не пугают, но я бы в руки не брала, конечно. Я бы, да. Лена, привет. Это видеолог. Мы целый день просидели дома и решили снова поехать куда-нибудь. Да, муж? И Риту заставили. Но больше всего заставили Льва, конечно. А мы едем... Что делать? Fly peeping. Live peeping. Live peeping. Live peeping мы едем. Заниматься live peeping'ом. Прилюдно. Прилюдно будем live peeping. Не уверен, что мы куда-то... Так, ну ладно. Так вот, год назад я была на съемке в одном месте, в которое мы сейчас не едем, потому что туда аж 3 часа. Там было так красиво. Там было так божественно, там были такие краски осени, что мне хотелось вырвать глаза и бросить в эти листья. Вот прям очень сильно красиво. Сейчас завышаешь ожидания от места, куда мы едем. Секундочку. Это сейчас я рассказываю вообще не вам. Сейчас приедем, ты знаешь. Я запомнил. Нет, я к чему веду? Я веду к тому, что мне тогда хотелось этой всей красотой поделиться. Да, как будто я в логине. О! И вот я настояла, всех собрала, чтобы мы срочно поехали, потому что есть карта, и они показывают, что на следующей неделе оно все обвалится и ни черта не будет. Поэтому на этой неделе только вторник у нас свободный, и только сегодня мы можем это сделать. И мы едем. И вот я боюсь, что это будет совсем не то, что я видела. Придется еще ехать на следующей неделе. Я только раз. Лев тоже. Если что, мы вообще с Левом вдвоем поедем. Вот он. Самый радостный. Лев, для тебя Вендис. Хочешь Вендис, Лев? Заряд дети, он Вендис хочешь? Мы все не любим Вендис, но ради тебя мы туда заедем. А где сам USB? Ехали в Вендис, и тут опять все как обычно. Все ради Льва. В то время как в Макдональдсе стоят и обслуживают сразу, да, уровень. И вот как это здесь выглядит. Тут все тыкаешь сам. Мокрое, грязное и опасно. Осторожно, я возьму домой. Деревья все еще зеленые. Мне кажется, я должна побежать немножко вперед и начать красить деревья. Это свежий воздух. Ты живешь так, в деревне, в свежем воздухе. Коровам хвосты. Тебе только осталось корову завести. Просто надо идти его-то сбагрить, что за человек. Я понял, к чему она ведет. Так-то.
Мне так они нравятся, я так хочу тут еще раз. У меня есть съемка, мне надо. Мне надо найти. Ой, разноцветные коровки. Коровки, да, муж, коровки. Но они теперь цвета хорошего. Ой, красивые, правда красивые. Вешают это, на стену. Это буйволят, это не коровы. Это не коровы были. Это буйволы, просто одомашненные. Ну, в Эндисе, говорит, заказ на какое имя? Я говорю, Нелли. Она пишет, Наталья. Натали на заказе написано, так. Да, а потом зовет меня, когда заказ готов, говорит, Мишель. Может, ты забрала чужой заказ? Нет. Почему бы не снять, как Рита снимает влог? Ехали-ехали, нам осталось полчаса, деревья зеленые, все ерунда, конечно, ребята, I'm sorry, мне так стыдно перед всеми. Я надеюсь, что я поеду через неделю еще раз, потому что это должны увидеть все, в первую очередь я. Это очень должно быть красиво, а не так вот, как сейчас. Сейчас... У Варламова одно из последних видео про прививки. Видела? А ты смотрела? Интересно. Интересно то, что против прививок выступают в основном развитые страны. У которых уже нет болезни, им кажется, что это придумка все. Да. И мне понравилось, как показал, ну, там какой-то... Врач, там специалист сидел, говорил, что вот коронавирус показал, в принципе, то обычный ход событий, когда нет прививки. Да. И так было бы с каждой болезнью. Да. И то есть то, что нет от коклюша и от там, полиомиелита и так далее, всех там не погибают вот так вот тысячами, это только потому, что сотнями тысяч, потому что есть прививки. Ну, в Америке-то это полиомиелит еще совсем недавно, да, ну, сравнительно. Если вспомнить. Он говорит, там есть три штамма, помнишь? Вот два штамма вымерло полностью, а один еще есть. Но один еще... Нет, я имею в виду, во время Второй мировой войны был президент Рузвельт, который сидел на инвалидном кресле. Почему? Да, потому что если он переболел полиомиелитом. Ну, да. Подожди, настолько вспышка... Так, то есть тогда еще? Еще 2015 там была вспышка полиомиелита в Украине. Да, да, на Западной Украине. На Западной, с Западной, да, пошло. Я еще помню, я Марину родила, и у меня было... Да, телевидение уже было. Мне кажется, это какие-то 30-е, 40-е, 50-е года в Америке. Что это не модно. Ой, Дась, подними! Алло? Yes, it's me. Hi, we're calling you from the New York City's COVID-19 response team. As a reminder, we're calling you just to follow up and see how you're doing. Very well, thank you. Okay, as a reminder, since you recently traveled to New York City, you're required to quarantine for 14 days. We would like to know if your need for any additional services has changed. Nothing changed. Okay, great. In the event that your situation changes, you can call 212 COVID-19 to get help. I want to thank you in advance for practicing safe distancing, wearing your mask, and following the recommended CDC guidelines to keep New York City safe. Okay. I hope you have a good day. Thank you, too. Bye-bye. Ну ладно, выйди, посмотри. Выходи давай. Посмотрите, он выходит. Выйди, имей силу. Тебе нравится, Марин? Спасибо, моя дочечка, ты такая благодарная. Посмотрите, вот там горы. А здесь падать нет. Вот горы. Да ладно, тут вот, смотри. Тут тоже была, видимо, какая-то площадка. Или что здесь было? Дом? Что-то было. Смотри, какой дом у них. Смотри. Какой у них балкончик. Мать заставляет фоткаться. Давай вас сфоткаю. Он говорит, дай. Давай. Он так вот ее. Давай, дай. Мать, посередине встань. Трогай меня. Давай. А ну-ка. Что? На, камеру поснимай. Марина, а ну выйди сюда. Какая комната?
Ну, сейчас подожди. Настя даже обычную семейную фотку делает долго и основательно. Так, давайте выключим телефон и смотрим. Давайте глазами. Мама, видно что-нибудь? Видно только пол. Болезнь. Кого видно? Видно деревья. Вот. Красиво. А какая здесь прям красотулечная. Маленькая Швейцария. Маленькая Швейцария. Вот, давай здесь. Магазинчики. Маленькая швейцарский. Класс. Женева Холл, смотри. Стариковский, можно я тут поживу? Рано. Месяцок. Рано. Сколько здесь байкеров? Значит, это гостиница. Называется «Маленькая Швейцария». Вот великолепные пенсионеры, которые прекрасно всегда отдыхают. Но это океан. Это океан, а не горы. Видели? Ром, а ты возьмешь нам что-то выпить? Нет. Почему? Пойди возьми. А вот здесь вот великолепное место, где сидят все пенсионеры. И я так планирую тоже провести старость. А вот здесь еще, видите, обгоревшее. Это там газ подведен, и вечером включают, и огонь еще горит. Вот во всех 3-4 точки. Очень красиво. Куда? На те столики. А что, ты плохо себя чувствуешь? Мне кажется, нас сейчас придут, просто выгонят. Ну, когда выгонят, тогда пойдем. Сейчас пока я надо фоткаться. Когда меня выгоняют. Да ну, пошли. Рит, ну надо загуглить, сколько тут стоит, как ты считаешь? Нет, я считаю, что это не то место, где я хочу отдохнуть, честно. Почему? Еще недостаточно стара. Многолюдно. Многолюдно? Шумно. Я смотрю, шумно? Туристы наверняка утром разъезжают. Смотри, какое яблоко, арбуз, тыква. Точно. Нет, это не то место. Тебе не нравится тут? Галерея, ну, тут сложно смотри, сказать, оно не нравится. Здесь миленько, симпатичный, красивый, клёвый. Дух. Тебе некомфортно? Не очень некомфортно. Почему? Ну, потому что здесь чай видно, люди старше нас, и они на нас смотрят. Мне кажется, их дети раздражают. Мне кажется, здесь какая-то туса, где мы обещали, что детей не будет. А мне хорошо. Хороший пес. Ай. 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 Смотри, тут пазлы собирают. Смотри. Да, конечно, немножко. Я немножко чувствую себя молодой, Рит. Мне так нравится. Давай вот так поразвлекаемся тоже. Ну вот типа того я тебе предлагала, только побезопаснее, конечно. Вот они, рафтинги. Прикольно. Вот еще сумасшествие. Вот такое. Давай вот. Ой, хочу. Бери. Сейчас мы найдем чудо. А это далеко отсюда? Поехали сейчас? Поехали. Прости, это далеко отсюда? Ты что спрашиваешь? Ну сейчас возьмем да поедем. Что нам? Льву просто не будем говорить, а потом как будто мы заблудились и приехали. Естественно. А где Рома? О, Рома нашелся местечко. Сложно? Да нет. Очень просто. А что у них форсунки сюда подключены? Да. Что, ты еще не чувствуешь, что ты не желаешь? Нет.
не слышали. That's correct. Oh. I am talking about how in south. Yes, well, I'm in North Carolina. But I don't want to go north like Virginia. That's Roanoke, right? You know what I'm saying? It's like, no, I'm not trying to go north. But I understand north means I'm going towards Fayetteville, Greensboro, Winston-Salem, right? You know what I'm talking about? Сайт на коронавирус. Ну как можно столько слюней выдавать? Он просто, там все подсвечено было. Почему? Смотрите, у них тут йети ходят. Вот он ходит. И вот тут ходит. Какой тут толк? Вот он. Вот. И глаза сумасшедшие. Мы здесь проезжали. Где мы недавно сюда ездили? Почему мы здесь были? Да ты просто игрушки видел такие. Одинаковые два дома с одинаковыми игрушками. Mm. Я это, два дома этих видел. Я нет. Мы здесь поворачивали. Куда мы ехали недавно? Вилмингтон? Вилмингтон вообще в другую сторону, если что. Да. Я не знаю, наслаждайтесь, потому что это очень красиво. Как-то вообще прям невозможно. Какие-то вечера на хуторе близ Диканьки. Там должен черт с сапогами с красными проскочить.